страх, будущее и все такое. Казалось, что меня вырвали из привычной жизни и поместили в другое место. Временами казалось, что я застрял в кошмаре, от которого невозможно проснуться. Я люблю тебя. Одно я знаю наверняка. Мы двигаемся дальше. С Атлантой покончено. Я ухожу. Уходишь? Собираюсь свалить по-тихому. Как только случай представится. Считаешь, так будет лучше для всех нас? Думаю, да. Если бы я не сделал этого, ты была бы мертва. Я выбрала остаться там. Ты выбрала самоубийство. Я пойду с тобой. Не понимаю, о чем ты. Все, чего я хочу, убраться отсюда и как можно дальше. Как и ты. И что дальше? Группа распадается. Нам нужен план. Люди начнут паниковать. Все эти надежды и молитвы — пустая трата времени. Он прав. Давай уедем. Ты и я. Свалим, пока они не вернулись. Не здесь и не так все закончится. Мы не должны сдаваться. Возможно, нам стоит развернуться. Нам предстоит долгая и трудная дорога. Может, даже труднее, чем мы представляем. Я не знаю, каковы наши шансы. Они невелики, я думаю. Там. Сейчас у нас есть лишь слабая надежда. О, Боже. Все под машиной. Мы измотаны, никто не в состоянии трезво мыслить. Наша жизнь зависит от этого. Плевать на шум. Рик! Похоже, я теряю надежду. Как я уже говорил, шансов у нас немного. Но немного — это лучше, чем ничего.